Из интерната в свой дом в областном центре 41 человек из числа сирот и оставшихся без попечения родителей получил собственное жилье. Ключи вручал мэр Белгорода Константин Полежаев. В Старом Осколе в рамках фестиваля «Созвездие Россия» прошел спектакль «Щелкунчик» Московского театра «Корона русского балета». Вместе с профессиональными исполнителями на сцену вышли местные начинающие танцовщики. Что значит для них участие в подобной постановке? Жительница Волоконовского района Олеся Красноперова стала призером всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Она заняла второе место среди более 200 претендентов в номинации «Производство». Чем директор мини-завода по производству молока заслужила федеральную награду? Из интерната в свой дом в областном центре 41 человек из числа сирот и оставшихся без попечения родителей получил собственное жилье. Ключи вручал мэр Белгорода Константин Полежаев. В Старом Осколе в рамках фестиваля «Созвездие Россия» прошел спектакль «Щелкунчик» Московского театра «Корона русского балета». Вместе с профессиональными исполнителями на сцену вышли местные начинающие танцовщики. Что значит для них участие в подобной постановке? Жительница Волоконовского района Олеся Красноперова стала призером всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Она заняла второе место среди более 200 претендентов в номинации «Производство». Чем директор мини-завода по производству молока заслужила федеральную награду?